2024 годом. Встречайте. Это передала теща. Она очень любит твою программу. Сказала, кровь из носа, но передай. Спасибо огромное. Как ее зовут? Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, спасибо за пирожок. Зайдет. Запах все сильнее, сильнее. Ну, расскажите про этот знаменитый клип. Как он родился, когда вы его записывали? Ну, песня была сама записана еще в 89-м году. А
В нашем исполнении она появилась в 2001 году, а клип уже сняли в 2003. А почему нет зуба? Выбили клюшкой. Клюшкой? Перед самыми съемками? Нет, в детстве. Сейчас есть? Нету. То есть ты принципиально решил? Ну, а я ничего не меняю. Память о счастливом детстве. Да. Но давайте скажем, что вот вообще эту композицию создал Сергей Кузнецов, да, да. И... Родные слышно, ноты, слышно да. же их сразу. Конечно, конечно. Не перепутаешь. И мне сказали, что вы записывали эту композицию как такой новогодний сюрприз для детского дома. Да, да, поздравления для детского дома. И представляете, мы нашли эту кассету, друзья, которую вы отправляли в Волжский Волгоград. Детский дом. Вот оригинал, который никто никогда не видел. Внимание. Здравствуй, Волжский детский дом. Дорогие мальчишки и девчонки, а также взрослые, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, удачи, добра и мира в этом году наступающем. И дарим вам нашу песню. С праздником вас! Вот 2024 год семьи. Расскажите про ваши семьи. Я знаю, что ты многодетный отец. Да. Сколько у тебя? 5. Молодец. Расскажи нам, кто старший, кто младший. Давай. Старший Валентин, потом Мария, Даниил, Александра. И на Пасху у меня в этом году родился вот мальчик Артем. Так, у вас? Ну, семья есть, мама. Как маму зовут? Лидия Ивановна. Лидия Ивановна, с наступающим, Оренбург. Привет. Ну, у меня пока все сложно, но я сейчас. В процессе. Так что сейчас напишем письмо Деду Морозу, понимаешь? Не, еще... не надо, надо меня все зуб. Устраивает. Зуб вставляем. Так, Артур, пойдет. Ты приехал из Санкт-Петербурга. Я проживаю здесь, в Москве, ага. уже 18 лет, если не больше. Ну, ориентировочно. Все в порядке. Судя по твоему бриллианту на пальце, очень все в порядке, понимаешь? Глазались коллегам. Ну что? Вот, у меня как бы нет детей, но все в карьеру, все в работу. Ну что, что споем сегодня? Какое настроение дадим стране? Да давайте «Звездную ночь», например. Юрка исполнил, который. Мы сегодня с тобой вдвоем. Не хочу ни о чем говорить. Я прошу, ты забудь обо всем. Будем просто друг друга любить. Так садись же напротив меня. Электрический свет потуши. Пусть тихонько сгорает свеча, словно тает обида души. Это звездная ночь, где ты и я. Это звездная ночь, зовет.